известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех наших телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире новая телевизионная передача, 38-я, которая называется «Сновидение» или «Почему спит человек?». А в эфире в студии задает вопросы Раци Татарис, мой соученик. А я постараюсь для вас, уважаемые телезрители, развернуть ответы на его вопросы достаточно широко, глубоко, объемно и понятно. Думаю, что сегодня вы услышите и поймете, действительно поймете, многое для вас ранее неведомое и непредставляемое даже. Итак, послушаем первый вопрос Рати. Довольно-таки большую часть жизни человек спит. Ему необходимо спать для того, чтобы набираться сил. Зачастую практически все люди видят сновидения, но далеко не каждый человек может вспомнить о том, что ему снился сон. Вы могли бы рассказать, что такое сновидение? Ведь во сне человек видит образы, чувствует что-то, но эти чувства и восприятие образов, они такие же, как и наяву. То есть человек зачастую не осознает, что он спит. Очень мало людей, которые могут осознать свое сновидение. Чем отличается сновидение от реальной жизни? Где человек видит сон? Что созерцает этот сон? Ведь сам человек спит. Но одновременно с тем он воспринимает образы. Значит, в этот момент что-то не спит и что-то способно воспринимать образы. Вы могли бы рассказать, как вы понимаете, что такое сновидение? Что такое сновидение с точки зрения магии, с точки зрения энергологики? Итак, сновидение. Сновидение, сновидение. В этой связи я почему-то сейчас молниеносно вспомнил, как я в далеком детстве видел художественный фильм под названием «Призрак замка Морисивиль». То есть сновидения всегда олицетворялись у людей каким-то таким вот непонятным, загадочным отношениям, да, растворялись. И все люди задумывались, а к чему бы это? А для чего бы это? Откуда? Зачем? Почему? Зачем приснился шкаф поломанный? Зачем приснился шкаф лакированный? Ну и так далее и тому подобное. А действительно, почему спит человек? Почему ему хочется спать? Почему он не может постоянно бодрствовать? У меня вот в этой связи сразу же к вам, телезрители, вопрос. Я понимаю, что вы вот напрямую мне сейчас не ответите, но каждый почешет затылочек и подумает, и попробует, и рискнет ответить. А вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, а почему вы кушаете? Для чего вы кушаете? Я думаю, что сейчас многие заулыбались, а кто-то так насупился. Как-то почему? Ну, кушать хочется, а где-то даже, может быть, такое прорвется, жрать хочу, да? Но все правильно, все правильно. Конечно, симптоматика понятна, да? Начинает подводить живот, и хочется кушать, ну и кушайте, все правильно, нормально. Но я же вопрос задал для того, чтобы вы ассоциацию провели, для того, чтобы вы поняли меня сейчас более молниеносно и глубже. Раз вы хотите кушать и кушаете, то вы также точно хотите спать и спите. И скажете, ну вот, открыл истину. Конечно, хотим спать. Начинаем зевать и ложимся спать. Я вам скажу, что да, конечно, хотите. А вот вопрос, а почему вы хотите кушать?
Давайте немножечко вот войдем вот в известный нам вот сутильный, понятный вот этот вот момент, да? Почему хочет человек кушать? Ну, я думаю, что легко ответить. Ну, вот, во-первых, потому что желудок пустой, вся пища, которая была до этого съедена человеком, она вся переработалась, обработалась в желудке, ушла в кишечнике тоже переработалась и уже продвинулась далее, и всасывается или уже всосалась. И ему теперь хочется кушать, потому что он там побегал, он там поговорил, может, поругался с кем-то, а может, наоборот, насмеялся много, может, поработал. И ему опять хочется кушать. У него закончилась элементарная энергия. Энергия закончилась. Ну, и заработная плата, да, надо идти работать. То же самое и здесь. Когда человек хочет спать, то у него заканчивается какая-то энергия. Вы скажете, ну вот тебе раз, какая же может быть закончится энергия у человека? У него просто есть усталость, такое понятие, как усталость. Я скажу, да, конечно, есть такое понятие, как усталость. А вы не задавались вопросом, а почему человек устает? Медики, биологи, там, кто еще, и же такие подобные, да? Тут же зарукоплещут сами себе и скажут, ну, потому что там молочная кислота накопилась в мышцах, потому что там вот, значит, очень много было потрачено калорий, там мозгу нужно отдохнуть, потому что там нейронные связи какие-то, там заторы, еще чего-то. Ну, короче говоря, кучу разных аргументов приведут для того, чтобы оправдать свое бессмыслие и непонимание, почему человек спит. Подлинного понимания в этом нет ни у кого на Земле. Я вам сейчас это поясню, почему. Все очень просто. Дело в том, что когда человек живет, то он живет на определенной энергии. Я неспроста вас спросил, почему вы кушать хотите, что же там в желудке пусто там и так далее, да? Что происходит в этот момент. Так вот, человек живет здесь, в физическом теле, на определенной энергии. На какой? Для чего вопрос? Для чего он сюда приходит, на Землю? Он приходит для того, чтобы отрабатывать свою определенно созданную им, наработанную до этого от рождения, да, в котором сейчас вот он спит, просыпается, бодрствует, опять спит. Вот он приходит сюда, в эту свою вот крайнюю жизнь, для того, чтобы отработать вот эти все кармические свои навороти, которые ранее у него были приобретены. А как вы думаете, эти же навороти, они же должны поступать, да? То есть имеется в виду, не может же человек родиться, и сразу у него все разложилось по полочкам, да? И все, и вот теперь он живет, и только эти полочки открывает. Дело в том, что когда человек рождается, не вся его жизнь выставлена, ведь иначе бы тогда он сразу родился стариком и умер бы, да? А он рождается в пеленочках, да, и начинает болтать ножками, развиваться, расти, получать образование, стареть, наконец, там, и так далее. А до этого расцветать молодостью своей. Так вот, все же это постепенно через него проявляется, не сразу, не в один момент, не в один присест. Следовательно, какая-то энергия должна поступать к нему, которая будет менять и среду вокруг него, и самого человека, начиная с его физического тела, заканчивая душой, разумом и духом его. То есть должна какая-то поступать, какая? Кармическая энергия. Я ее называю поток чистого опыта. То есть то, что должно происходить в жизни человека. И вот, короче говоря, когда этот поток идет через него, через человека, то... Сами понимаете, мы можем как? Либо зарабатывать, либо тратить. Ну как можно зарабатывать и сразу же тратить? Такого не бывает, понимаете? Обязательно человек либо зарабатывает, либо тратит. Либо гладит, либо убивает, понимаете? То есть очередность должна быть. Почему мы спим? Потому что нужна новая энергия. А какая энергия? Что это за энергия? Это энергия кармического потока. Когда мы рождаемся вот в определенную жизнь, каждый из вас может так подумать о своей жизни сегодняшней, то мы рождаемся для того, чтобы отрабатывать предыдущие всякие там отношения с людьми, с предметами, с событиями. Здесь вот сегодня дорабатывать и отрабатывать. Кому-то отдавать долги, как говорил Иисус, мир должников наших. И в молитве известнейший очень наш именно об этом говорил должникам нашим. То есть кому-то отдать нужно энергию, кому-то... больше, кому-то меньше, от кого-то взять, принять, наоборот, долг и так далее. То есть мы для этого рождаемся.
Но сами понимаете, что если бы мы рождались, и сразу все было у нас по полочкам разложено, то это вот все равно, что все продукты на всю нашу жизнь хранились бы без холодильника, понимаете? То есть они бы завонялись, пропали, протухли, и все. А почему? А потому что вне движения ничто не существует в этом мире. И поэтому для того, чтобы наша среда вокруг нас менялась, и мы, чтобы сами менялись, и физическое тело, мы же вот рождаемся в пеленочках, потом растем, мужаем, да, расцветаем, молодеем, потом зреем, потом стареем там и так далее. Да? То есть, короче говоря, ведь все же потихонечку развивается. Это значит, какая-то энергия постепенно поступает и меняет картинки для нашей жизни. Или картинки нашей жизни. Так вот, для этого существует кармический поток. Он именно это делает. И он не может сразу быть выставлен полностью. Человек родился, а он уже и стариком выставлен. Да? Ну, такого не бывает. Ну, непонятно, он кто, старик или все-таки младенец, понимаете, да? То есть старик он потом когда-то будет, если в новую эру не пойдет, новая эра всемирного сознания жить и останется бессмертным. Ну, это к слову сказано. То есть, короче говоря, все постепенно будет проявляться. Поэтому и через темечко кармический поток или поток чистого опыта, как я говорю, приходите ко мне заниматься, я поясню, что такое чистый опыт и так далее. Так вот, этот поток, он постепенно проявляет человека. И людей меняет вокруг и так далее. А откуда ему браться? Когда, вернее, ему браться? Ну, сами понимаете, для того, чтобы покушать, надо вот действительно начать кушать. Для того, чтобы принять этот поток, надо на него настроиться, понимаете? А чтобы на него настроиться, нужно отключиться от всего мира. Вот сами понимаете, если мы не отключимся от картинок внешней среды, не отключимся от ощущений физического тела, наших переживаний, от наших переживаний, вот от нашего разума, то кармический поток не уложится именно настолько-то и не уложится в нас. То есть мы должны все это выключить, чтобы принять, полноценно принять новые возможности завтрашнего дня. На каждый день поступает поток кармический. Иногда даже и дня не хватает, приходится 2-3 раза еще прикурнуть, днем поспать, чтобы дополучить поток. Вот смотрите, что происходит. Поток получаем мы для физического тела энергию, да, когда спим. Получаем энергию для эмоциональных переживаний, когда спим. Получаем энергию для духовных воззрений, выводов, там, представлений и так далее. И получаем энергию мышления нашего. Но еще мы получаем движение среды, то есть отношение среды к нам. Всякие там проблемы, не проблемы, решения проблем, все это мы тоже получаем. То есть это вот наши знакомые, друзья, родственники, разные события, предметы, животные, растения, любые города. Все это тоже мы энергию получаем, чтобы строить это все. Это тоже энергии для каждого человека свои. Свои города, свои деревни, говорится, свои деревья. Все у каждого свое. Сейчас просто долго это объяснять. Приходите заниматься, еще раз подчеркиваю. Все это будете знать на зубок. Так вот, все эти вот энергии поступают в человека, когда именно он отключается. Именно когда он отключается. Ну, сами посудите. Вот стоят несколько вагонов, да? Вот у них есть двери. Из вагонов что? Вытаскиваются какие-то предметы. Ну, представьте себе, вытаскиваются какие-то предметы. А тут вдруг какие-то другие, извините, идиоты начинают другие предметы запихивать туда, заталкивать. Что начнет происходить в этом вагоне? Давка, правильно. Ужасы начнутся. Начнутся вот эти конфликты. То есть предметы, которые новые затаскиваются, будут конфликтовать, ударяться в предметы, которые вытаскиваются для того, чтобы материализовать что-то. И, естественно, могут происходить и помехи, и поломки, и заторы, и может случиться так, что новый предмет, который вошел в вагон, его вот разместили в каком-то углу, а его старые предметы захламили, и его не могут на следующий день вытащить. Сейчас я все поясню. То есть вы вот вагон, держите образ, да, вот вагон, старые предметы вытаскиваются, а новые заносятся в него. То есть приехал на станцию, тепловоз, да, отсоединили вагон, и из вагона нужно все разгрузить. Вот его разгрузили, он пустой, теперь загружать можно, правильно? Но не могут же разгружать и одновременно загружать. Вернее, могут, но тогда будут такие проблемы, которые я вот только что описал вам, да? Несусветные, то есть могут все переломать и запоставить так, что не поймешь вообще-то по накладной, где что стоит. Кстати, вот в жизни так и бывает.
человек, когда плохо спит, не высыпается, то у него вот такие вот заторы-то в жизни и происходят. Ну, скажем, вот физическое тело, представьте себе, да? Ему нужно уснуть, отключить физическое тело, то есть ощущения всей кожи, там, костей, мышц там, и так далее, да? Все нужно отключить, уснуть. А он, допустим, недоуснул, ну, то есть недосмедитировал в физическом теле, и, естественно, у него происходит что? У него происходит затор какой-то. Естественно, у человека тогда происходит какой-то затор, раз он медитировал в физическом теле. А какой может затор быть? Да какой угодно. Вот он утром проснулся, а у него что-то там рука начала болеть. Там, он говорит, отложение солей, что ли. Или там у него голова болит. Или там у него вдруг болезнь какая-то началась. Или еще чего-то там, да, прыщ вскочил. Это вот все вот результат недоотключения физического тела во время вашего сна. Это все вот эти результаты. Человек, который полноценно спит по всем ипостасям, ипостаси – это значит отключить уже физическое тело, разум, дух, ну и так далее, да, и эмоциональную сферу. А если он вот что-то недоотключил или частично недоотключил, сами понимаете, начинается у него проблема. Значит, что делать? Что делать? Прежде всего нужно вот это вот понять, что, почему мы спим. Для того, чтобы ночью какие-то вагоны разгружали, что ли? Нет. Когда вы бодрствуете, то вагоны уже разгружаются. Вагоны разгружаются. Когда вы бодрствуете, вот полный вагон, он открыт, и ваш дневной вот образ жизни оттуда, вот из вагончиков, тратит эти энергетические потенциалы, поток, кармический поток, да, поток чистого опыта в течение вашего дня бодрствования. Но, сами понимаете, бывают моменты, когда вы не до конца там растратили, вам на сегодняшний день по карме положено, вот, скажем, там 40 тонн груза, и растратить нужно его, да, и в этом вот вагоне. А вы растратили 30 всего. Можете себе представить? Значит, 10 тонн осталось, правильно, да? На этот день нерастраченных. Вы уснули, отключились, предположим, положительно до конца, хорошо, физически отключились. А туда запихнули еще 50, вагон да, расперло немножко. Утром встаете, а у вас напряженное состояние, какое-то захламленное состояние, потому что вчера вам нужно было сделать физзарядку, а вы ее поленились сделать. Или вам нужно было вчера по кармическому расписанию, да, съездить к маме, да, к маме и помочь ей огород, там, не знаю, тяпочкой поработать, огород там сполоть, там еще что-то поделать, да? Может, мебель перенести как-то, там обои наклеить, не знаю что. Но вы не дорастратились в физическом теле, понимаете? И у вас там подосталось. А новая на следующий день пришла энергия, а она уже расперла вагон, понимаете? На следующий день у вас уже состояние удивительное, вы начинаете негативно тратить что-то. Я думаю, дальше даже можно и не объяснять, что будет происходить с этим вагоном и как будет жить человек. То есть тело будет идти все больше в разнос, начинаются проблемы, болезни, заторы, нежелание уже, лень, да, что-то делать, накопление. Это и есть, кстати, усталость жизни. У каждого человека она накапливается с годами. Вагон замусоривается, и ему уже лень что-то даже делать, вспомните себя, что-то достигать. Он говорит, да, уже поздно ему учиться. Ай, да, уже поздно замуж выходить или жениться. Да и нужно ли детей? Да не хочу я уже больше детей там, ну и так далее. То есть сколько вот таких вот моментов захламленности того же физического тела по жизни человека, у каждого человека имеется, и отсюда возникает старость. Она вам нужна? Скажите, пожалуйста. Значит, получается, самая важная задача в человеке, для человека, да, это обязательно правильно спать и правильно бодрствовать. Правильно спать и правильно бодрствовать. Понятно, что в этой маленькой передаче я совершенно все не смогу вам объяснить, но кое-какие моменты сейчас я постараюсь изложить. Что значит правильно бодрствовать? Это значит, нужно тратить приходящую к тебе энергию полностью и до конца. То есть ту энергию, которая пришла вот за предыдущую ночь. И в следующем дне своей жизни тратить ее окончательно. Что значит полностью потратил ты или не потратил? Вот ложится человек спать. Что значит полностью потратил? Полностью потратил, это значит, когда он чувствует, что сейчас тело уже просто обмякло. Вот он не может уже
ему уже трудно даже в туалет пойти. Он понимает, что это нужно, и он сходит, конечно, в него, но он понимает, что тело отключается. Вот просто отключается, да, не слушается уже. Конечно, до этого совсем доводить не стоит, но близко к этому нужно вот себя точно контролировать. Что бы вы ни делали в жизни, вот день идет, а у вас много там дел каких-то. Но если вы чувствуете, что тело начинает отключаться, не надо бежать пить кофе. Вы что творите? Вы же себе смерть готовите, вы же себе болезни готовите, раки разные и подраки. Не нужно делать драку в организме. Не надо. Не надо драчку делать. Так вот, как только почувствовали, что запах приближается, вот эта вот обмяклость тела, все! Кто бы там вас ни просил, и не утверждал, и не приказывал, до свидания, я должен сейчас уснуть. Вы знаете, вот мой так называемый учитель, ну, я не могу его назвать учителем, мы скорее были какие-то как-то контактные друзья на какое-то время, Саша Корчиков, да, он мог сидеть за столом, что-то такое там со мной разговаривать, и вдруг раз резко отключиться, на минуту закрыть глаза, и как будто он спит. И я тогда еще не понимал, что он действительно спит. Он просто отрубился, и все, потому что тело обмякло, и ему начхать, кто сейчас перед ним, где он сейчас находится. Он отключился на минуту и спит, но он умел так отключаться. То есть ему нужна энергия. Все, он понимает, что сейчас он не хочет нарушать вот эти все обменные процессы. Еще раз подчеркиваю, если вы почувствовали, что вот тело уже все, да, начинает вот тяжелым становиться и веки закрываются, вы помните это состояние, да? Обязательно нужно взремнуть. Не знаю, на стол вы приляжете, на кушетку или где, и кто бы там ни был, на работе вы будете, где угодно, идите и прикурните хоть на 5 минут. За 5 минут ничего с вами не случится, и с работой с вашей не случится. Пошли и сказали начальнику, вот как хотите, 15 минут я сейчас должен просто на столе вот поспать. Вот так вот в голову положите, не трогайте меня. Я на 15 минут сегодня задержусь и выполню все, что нужно. Сейчас я должен... И вот когда к вам привыкнут люди окружающие, они поймут, что от вас толк гораздо больше, когда вы вот так вот высыпаетесь, то никто вам не будет препятствовать. Я вообще считаю, что надо рабочие законы давно менять. Вот, по трудоустройству, по работе и так далее. Что человеку нужен иногда сон. Нужны какие-то спальные места рабочие, где действительно, не рабочие, вернее, а на работах, да? Где человек может хоть 15 минут расслабиться и действительно отдохнуть. Потому что это часто случается, часто случается. Это здоровье нации, любой нации, любого государства. Это прежде всего. А я уж не говорю о том, что мы должны заботиться о новой цивилизации. Итак, значит, получается, не надо доводить до обмяклости. Да? Когда тело обмякло, значит, вы начинаете тратить энергию какую? Самого вагона. То есть начинается растрата самого тела физического. А это значит, что откуда будет энергия идти? Из клеток вашего организма. То есть за счет старения клеток, за счет их уменьшения, за счет сжигания клеток, за счет умерщвления физического тела. Вот за счет чего вы сейчас будете дальше сидеть и работать, и что-то делать, и пить кофе. Вот что вы делаете. Вы себя убиваете. Считаете, что в этом состоянии, выпивши кружку кофе, вы начали растворять свое физическое тело. То есть начали его убивать. Да-да. Считайте, кусочек там мяса отрезали, там почки, там еще чего-то. То есть... Причем неизвестно, восполнится ли это. Скорее всего, может и не восполнится. У профанов, по крайней мере, практически не восполняется. Не регенерирует. Будьте бдительны. Не надо себя доводить до этого. Вот. А как почувствовать, что вы эмоционально уже перерастратились? А это, вы знаете, то же самое. Я думаю, всем знакомое. Вы ощущаете, что сейчас вот там всплеск каких-то эмоций, а вам не то, что лень, да хотя, может, и лень, а вам не хватает силы проявить их. Вам хочется сейчас заорать от радости, а может быть, от негодования, а вы не можете это себе позволить. Ну, нет сил, как говорят. Вот просто нет сил. Значит, вы уже себя довели до неправильного состояния. До неправильного. То есть, когда вы чувствуете, что вот эмоционально уже подистощились, что уже не так прекрасно улыбаетесь, да? Не так прекрасно плачете, не так прекрасно с кем-то общаетесь. Замолчите. Замолчите полностью эмоционально. Сделайтесь каменным.
безразличным ко всему человеком. Но опять же, у меня на занятиях я вас могу научить всем этим приемам. Вот. Надо накопить эту энергию. Конечно, лучше пойти прикорнуть, поспать. Это понятно. 15 минут, 10, да? Надо набрать энергию. Хотя бы 5 минут. Но это надо сделать. А также точно разум, это опять знакомое многим, когда уже в шарики за ролики, говорят, заходит, да, когда человек не может мыслить, ему уже трудно, элементарно, там, чуть ли не 2 на 2 умножить, понимаете? И не потому, что у него инсульт, в сторону выкинем такую идею, чтобы никого этого не случилось, а потому что он устал, потому что у него нет больше энергии, и если сейчас он будет продолжать пытаться думать и суммировать какие-то большие цифры, там, ну как-то вот мыслить много, да, писать какую-то статью, там, выступать где-то, то это к хорошему не приведет. Ну да, вот я научился, допустим, во время занятия я могу просто почти за полузакрытыми глазами продолжать говорить, а сам в это время сплю. И иногда только так как бы вылажу в свое физическое тело, посмотревши и послушавши, правильно ли я говорю, то ли я говорю. И когда я убеждаюсь в том, что все правильно, я тогда продолжаю опять про себя спать. И многие мои соученики могут это подтвердить. То есть я научился спать даже во время того, когда я преподаю, понимаете? Не постоянно спать, конечно. Это может 5-10 минут быть, 15, да? Но иногда это замечается, иногда это даже не замечается окружающей средой, окружающими людьми. Конечно, идеально все-таки это просто сделать перерыв и пойти 15 минут прикорнуть, что я часто и делаю даже во время занятий. Вот. И вы не стесняйтесь это также делать. Надо отдохнуть, надо обязательно отключиться. Понимаете, чтобы пришел новый поток энергии. Не дохватило его, да? Что-то, какие-то сбои, вы уже понимаете, какие. Помните, вагон загружается, разгружается. Так вот, все-таки вернемся к вопросу, почему человек спит. Почему человек спит? Дело в том, что когда человек спит, да, то в вагон начинается загрузка. Вот стоят вагоны, да, вагон физического тела, вагон эмоционального тела, то есть астрального тела, вагон ментального тела, то есть разум, наше мышление. Вот. И все это должно... И вагон еще среды, да, то есть людей, родственников, там, деревьев, городов там, и так далее. То есть вот где мы живем, среда, да. Вот эти все вагоны стоят, но это основные, там, конечно, немножко все по-другому, это образы, да, для того, чтобы вы только поняли меня правильно. И вот они все начинают загружаться. Хорошо, если они пустые, чистые. А если там вот какой-то хлам остался, а если человек, допустим, эмоционально вот сегодня был нем как рыба, ни с кем не разговаривал толком, надутый ходил, как шланг, да, перекрытый с водой, вот, ну и так далее. То есть, ну, не дорастратил, вагон полный, а ему еще нужно туда запихивать что-то. Ну, что делать, да? Вот я рекомендую, прежде чем уснуть, вообще-то вот какая рекомендация, просто вот, быстренько скажу, да, в этой передаче можно только быстро об этом сказать. А на занятиях, пожалуйста, я вас научу всем подробностям. Что делать нужно? И как я советую моим соученикам быстренько выйти из положения? Физзарядку лучше делать незадолго до сна. Ну, где-то за час до сна хотя бы. Не больше, чем за полчаса. Тогда и во время физзарядки нужно постараться эмоционально проявлять себя. Понимаете, эмоционально тратится, как вот ребенок, который там бегает в классике, играет во дворе с детишками, хохочет. То есть эмоционально тратится. Опять же, если вы не дорастратились, это можно почувствовать, да, что вот есть энергия с кем-то пообщаться, а вы не общались. Мало сегодня общались. Ну, мало ли, да? Не улыбались нифига, не дрались, говорится, не эмоционировали, другими словами. Так вот, физзарядку тогда делайте на эмоциях. И физически плюс вы еще растратитесь. Опять же, делайте настолько физически, насколько чувствуете, что тело уже если обмякнет, да, то надо уже спать идти. И также эмоционально вы тратитесь, чтобы обмякла душа, понимаете? То есть постарайтесь вот этому научиться. Это не сразу, конечно, приходит, а с опытом. Но физзарядку вот эту делать где-то около часа надо. Около часа, минут 40 хотя бы. Ну, полчаса точно. Есть у меня такая, это... Я ее выпустил, она называется, «Энергоджин» называется. Пожалуйста, можете приобрести эту книгу и заниматься по ней. По этой книге занимаются даже многие олимпийские чемпионы. Так что, пожалуйста, уж вам тем более я рекомендую эту книгу. «Энергоджин» есть у меня такая. На моем сайте talisman-amulet.ru РФ вы можете заказать эту книгу. Или на моем сайте непосредственно выйти на страницу с книгами и...
тоже выйти в мой магазин и приобрести эту книгу и заниматься по ней. Так вот, короче говоря, получается, надо побольше вагоны разгрузить, доразгрузить перед сном. Поэтому я вам говорю, перед сном лучше всего и сексом заниматься, да, лучше всего и вот физзарядку эту сделать, лучше всего, может быть, за час хотя бы до сна проэмоционировать, может, книжку какую-то почитать, похохотать или поплакать, а может быть, фильм какой-то посмотреть, может, передачу любимую там, может, с кем-то по телефону поговорить или семейные какие-то вопросы решить, ну, за час до сна хотя бы, да. Потом нужно полчаса-час успокоения, медитация, вырубите все. Абсолютно вырубите все. То есть все эти телефоны, все эти проигрыватели, все эти компьютеры, ну все, что только можно, электронику вырубите. И полчаса хотя бы просто плавно походите, посидите, ни о чем не думая. Приготовьте себя ко сну, душ примите, расслабьтесь и тогда ложитесь спать. Вот это очень важно, понимаете, очень-очень важно. Много там приемов, сейчас не могу в этой маленькой передаче все вам рассказать, но надо научиться, а этому можно научиться, разгружать вагоны, прежде чем уснуть. А потом вы засыпаете, и начинается их загрузка. И вот теперь вагоны начинают загружаться, новый кармический поток идет для следующего дня, для того, чтобы ваше физическое тело могло бодрствовать, ему энергия приходит, для того, чтобы ваша душа, эмоции, ваше астральное тело могло эмоционировать на следующий день полноценно, но именно для этого дня эмоции приходят, поэтому вот день на день не приходится, на один день может прийти много физической энергии, а на другой день, допустим, мало. Или эмоциональной энергии пришло мало сегодня, а на завтрашний день пришло больше. Ну, по карме так положено. И среда для этого подготовлена. Понимаете, как интересно? Но ведь человек имеет свободный выбор. Ему сегодня среда подсказывает, вызывает его на дуэль, что ему нужно пойти проругаться с соседями, а он это откладывает на завтра. А что происходит завтра? А сегодня ему дала карма, да, кармический поток, энергию для физического тела, чтобы быть уверенным в себе, для астрального тела, чтобы поорать на соседей, да, а на завтра она не дала этого, а он сегодня просто ее растратил, эту энергию, там, на просмотр художественных фильмов, на разговоры с детьми, там, и так далее, а на следующий день идет к соседям, а он слабый, а у него нет энергии, и вдруг у него возникает сердечный приступ, и раньше начинаются проблемы, понимаете? То есть надо делать все вовремя, этому тоже надо учиться. Опять же, приходите заниматься, я постепенно вас сформирую, вы поймете все эти тонкости. Когда, как, что тратить. Возможно, еще будут передачи в этом направлении, задавайте вопросы, попробуем еще одну передачу, и может не одну организовать и объяснить, как работать над собой. Но лучше все-таки, конечно, это занятие, самое идеальное. То есть вы понимаете, да, как устроена удивительная жизнь? То есть сегодня пришло по карме положено на завтра, да, потратить столько-то движений сделать, съездить туда-то, да, покопать огород, там еще что-то в физическом теле, для физического тела пришла энергия ночью, да, в вагон загрузилась для физического тела, и ее нужно потратить, там 40 килограммов, допустим, 40 тонн, да, а человек потратил 20 тонн всего, или наоборот, 60, ну, вы уже знаете, что происходит при том, когда человек тратит больше положенного или меньше положенного. То есть вот эти вот все накладки в вашей жизни из-за того, что вы неправильно готовитесь ко сну и неправильно спите. Даже во время сна человек не может отключиться. Вот, допустим, во время сна он отключил физическое тело, а эмоциональное тело не отключено. То есть эмоционально он продолжает что-то там переживать. Ну, кстати, есть такие поверхностные сны, вы помните, наверное, себя также, и многие сейчас вспомнят и согласятся, что вот физическое тело отключено, человек спит, но он как в обмороке, да, а все эмоционально ощущает и понимает всю ночь. И утром встает в ужасах. Конечно, эмоциональное тело, астральное тело не загружено было совершенно почти, и новой энергии нет, и он встает эмоционально обесточенный. А ему сегодня пахать. За счет чего он будет пахать? За счет того, что будут уничтожать свое астральное тело. А значит, дальше будут рождаться проблемы и на физическом проявятся. Какие-то болезни там и так далее. Вы понимаете, как важно правильно спать? Также точно разум для него приходит именно вот на следующий день, да, энергия, ее нужно правильно растратить. Здесь целая наука, которую я могу открыть для вас. Пожалуйста, на занятиях я все подробности вам дам. Нет проблем. Опять же подчеркиваю, все методики авторские. Даже вот эта идея, которую сейчас я вам рассказал, объяснил, она тоже авторская.
А вообще интересно, а зачем вообще люди видят сновидения? Ведь человек мог бы просто спать и не видеть сны. Да, можно сказать, что некоторые люди за всю жизнь не видели ни одного сна. Там можно сказать, что есть различные стадии сна, в которых сны не запоминаются, либо человек настолько глубоко проваливается в сон, что не помнит сновидения. Но ведь все-таки сновидения существуют. Для чего они нужны? Для чего человеку нужно видеть сны? Или же, может быть, наоборот, это не очень хорошо, когда человек видит сны. Например, в кундалини-йоге я читал о том, что человек, когда видит сны, он полностью не отдыхает, что он не входит в то состояние, которое действительно приносит полное расслабление и максимальный отдых. Как вы считаете? Что же касается самих сновидений, почему кто-то помнит их, кто-то не помнит, и вообще, что такое сновидение, кто их видит, как, для чего они вообще существуют. Я вам скажу вот что. Ну, сами понимаете, когда поступает новый товар, новая энергия, новый кармический поток во время того, как человек спит, то этот поток что? Он же обязательно раскладывается по полочкам там в этом вагоне, да? По разным полочкам. И подробностей человек не видит и не рассматривает, потому что все подробности будут уже при непосредственном проявлении. Завтра, когда человек будет что-то делать, все подробности он будет уже проживать. Он же не может во сне прожить завтрашний день полностью в подробностях. Нет, конечно же. Ему ж нужно разгрузить 5 вагонов, понимаете, а не один. 5. Представьте себе, значит, на целый день вагон загрузить, вернее, нужно, да? Вагон для физического тела, вагон для астрального тела, вагон для разума нашего и для среды еще. Это как минимум 4 вагона. Это значит, ему нужно сколько? Если он даже 8 часов проживет, это уже 32 часа нужно, чтобы просмотреть подробности в сновидении, что он загружает, какой материал. Но это нереально, вы понимаете. Поэтому, естественно, смотрится как? Да? Кусочками какими-то. Кусочками. Где-то по физическому телу, где-то по астральному телу, где-то по разуму, где-то по среде. И все это вот поток идет, да, и раскладка идет по вагонам. Это для тела энергия на завтрашний день, это для души, это для разума, это для среды. И человек, его мозг, он контролирует, да, контролирует сортировку этих всех, как говорится, деталей, этих энергий, но не подробностями, а кусочками, вот фрагментами. И еще эти фрагменты переплетаются. Отсюда возникает сновидение. И там какие-то метаморфозы такие, да? Помните, да? Колодец может превратиться в акулью, да? В акулью вот такое вот огромное, открытая пасть, да? В акулью пасть огромную. Или там муравей может вдруг превратиться в царевну несмеянную. Я не знаю, ну там вот такие метаморфозы бывают. Человек летит, вдруг полет испытывает, еще что-то. А почему все это происходит? Да потому что человек пытается увидеть главный смысл. Причем самое интересное, я вам не досказал еще, что эти вагоны загружаются не просто на один день. То есть каждый вагон имеет разные уровни отсеков. То есть в каждом вагоне есть еще вот деление. То есть деление на завтрашний день конкретно, место, да, в вагоне, пришла энергия, допустим, для физического тела. Дальше есть на ближайшие дни какие-то, да, а есть еще и на всю жизнь кусочки какие-то выставлены, понимаете? То есть каждый раз энергия приходит не только на один день, но еще на разные пространства, на разные пространства жизни человека. Так что здесь вот переплетено многое. И поэтому человек может видеть даже вещи и сны, которые сбудутся через 10 лет, понимаете? Или через неделю, через месяц, так называемые вещи и сны. Иногда он входит в какие-то прямо детали и видит прям реально и так, как оно и будет у него когда-то там через месяц происходить по жизни, понимаете? То есть он же получает товар, и вот он включился вдруг, и он может видеть эти реальные вещи. А почему он включился? А потому что у него эмоционально он был готов к этому, он очень хотел знать ответ, он очень был готов к тому, чтобы разнюхать и увидеть это будущее, или хотел именно такое, какое вот он хотел, или боялся, наоборот, какого-то. И вот он теперь это видит конкретно, как вещий сон, понимаете?
Опять же, подчеркиваю, это все авторские методики. Это все авторские методики. Это мои открытия, которые, подробности которых я могу открыть на занятиях у нас. Пожалуйста, приходите, я вам все поясню. То есть вот эти потоки, да, энергетические, они раскладываются в этих вагонах, и человек кусочками видит все, а может и не видит. Бывает и так, что человек вот ничего почти не видит. То есть полностью только на уровне подсознания сортировка идет, и все, и больше ничего. Сами понимаете, что когда идет сортировка, и вдруг, допустим, требуется еще место для физического тела, в вагоне физического тела, а его нету, что делается? Тогда кармический поток не дается, и он что, зависает там уже, за пределами нашей жизни, и там, куда он отложится? Он отложится на следующую жизнь. То есть то, что сегодня нужно заложить для растрат на завтра для физического тела, и вдруг не хватило места в вагоне по причине того, что вы не дорастратили сегодня физически, то это переходит на следующую жизнь. Так вы формируете свою будущую смерть, приближаете ее старость. Чем больше вот таких заторов, тем больше формирования на следующую жизнь, и тем быстрее вы можете умереть. Опять, видите, маленькая передача, разве можно все это объяснить здесь вот в деталях? Конечно же, нет. Да, лучше, когда человек не видит никаких сновидений. Это самый идеальный сон вообще-то. Потому что чем больше мы видим разные сновидения, тем больше мы, естественно, что встречаемся с какими-то заторами в этих вагонах, какие-то проблемы. Идеально нужно отключиться, выспаться, проснуться, и начинается новая жизнь. И все идет так, как положено. Тогда человек живет долго, счастливо и меньше стареет или вообще может не стареть даже. Но, увы, да, увы, люди любопытны, люди живут неправильно, и отсюда у них у всех возникают разные сновидения. Бывают такие ситуации, что человек спит 8 часов, 10 часов, даже 13 часов, и все равно не чувствует, что он выспался. Вы могли бы объяснить, с чем это связано? Почему человек может спать и 10, и 13 часов, и хоть 15, и может не выспаться, да? Все очень просто. Вы уже, наверное, чувствуете ответ, уважаемые телезрители. Дело в том, что если человек отключился от всяких, значит, вагонов, да, в которые должны загружаться, пока он спит, но не отключился, допустим, от эмоционального вагона, то есть от астрального тела, то, естественно, сколько бы он ни спал, он все равно не выспится, понимаете? Он все равно не выспится. То есть это результат того, что один или несколько вагонов, или вообще все недоотключены, понимаете? То есть участие продолжается, человек держит закрытым, да, вход, и участие человека имеется в виду. Загрузка не идет как положено, или вообще не идет. И поэтому человек может не выспаться, вообще не выспаться. И почему человек больше 9, по-моему, дней, так, что ли, говорят ученые, не может прожить без сна больше 9 дней? То есть 9 дней, если он не спит, он умирает. Ну, сами понимаете, а на что ему жить? Это как пустой желудок. Если не поступает новый поток энергии, как он может жить? Конечно же, нет. Его среды нет, его души нет, его тела физического нет, его разума нет. Все, он растает, он умрет, естественно. Это еще раз подчеркивает то, что человек получает во время своего сна именно энергии отдельно для физического тела, отдельно для души, для разума и для среды своего обитания. Довольно-таки много известных людей, гении в своем роде, тратили на сон всего около 4 часов. Они чувствовали себя бодро, комфортно и вели активный образ жизни, занимались творчеством. Вы могли бы научить, как подготовить себя ко сну и как правильно засыпать для того, чтобы выспаться за очень короткое время? Да, конечно, я могу научить человека, как правильно высыпаться и высыпаться за короткое время. Но для этого требуется, сами понимаете, приходить ко мне заниматься, потому что в передаче этому учить, ну, просто нереально. Но я просто должен обязательно сейчас пояснить, как же это выглядит, да? Вот Радси говорит, там, по 4 часа спали великие там мужи,
Ну, во-первых, скажем, взять того же Ульянова Ленина, да, который спал 4 часа, ну, у него мозг чуть ли не зацементировался. Конечно, неизвестно по какой причине, но все-таки проблемы с физическим телом были сильные. Я вам скажу, что не все великие мужи мира сего известные люди, талантливые там и так далее, которые мало спали и чего-то достигали в этом мире, не все были идеальны в физическом теле, там, в астральном там, и так далее и тому подобное. Многие из них были достаточно больными людьми. Существуют практики осознанных сновидений, когда человек учится просыпаться во сне, осознавать свой сон и быть активной действующей единицей в своем сновидении. Он имеет возможность изменить что-то, повлиять на ход действия сновидения. Как вы считаете, нужно ли человеку учиться осознанным сновидениям, учиться просыпаться во сне? Если да, то с какой целью? А если это является вредным навыком, то расскажите, пожалуйста, почему? Да, конечно, Рати, во сне можно научиться управлять событиями сновидения, но здесь много-много разных деталей, нюансов. Ну, прежде всего, отвечу, вредно это или нет. Вы знаете, это и вредно, и не вредно может быть. Все зависит от того, как человек будет все это делать, какие манипуляции производить. Если человек научился бодрствовать во время сновидений, то есть управлять их процессами, то он должен был быть не только по технологии выходить на это состояние, но еще и быть уже в другом состоянии сознания, своей осознанности. Он должен уже обладать состоянием, идеальным, да, состоянием мира и добра. То есть, если он будет сейчас корыстно что-то себе там денежек отсыпать на следующий день, то, сами понимаете, он только усугубит свою карму. И, может, и получит денежку, но у него прорвется в другом месте карман где-то. То есть, начнутся проблемы, может, со здоровьем его детей или его родственников, или с его друзьями начнутся какие-то проблемы. То есть, понимаете, какая штука, что вмешиваться в сновидение возможно, но при условии чистых рук, чистой души, разума. То есть, это должен быть человек уже, ну, не говорю, чтобы Иисус, он был уже как Иисус по уровню, но человек просветленный, человек, как минимум обладающий состоянием мира и добра. То есть, если у человека нет состояния мира и добра, не наработано оно, если он не умеет правильно, да, относиться ко всему, то он только усугубит какие-то свои жизненные потенциалы и проблемы прибавить по своей жизни. Поэтому, да, можно учиться сновидениям осознанным, и можно не просто по ним путешествовать, но и управлять этими процессами и менять многое в своей жизни, заранее, упредительно менять. До того, как ты будешь проживать завтра что-то, ты сегодня уже при получении материала все поменял. Но если ты духовно готов к этому, если ты действительно достойный начальник всего этого, и ты не корыстно все это делаешь, а грамотно, энергетически и правильно все расставляешь, то да, завтра у тебя не случится поломанная нога. То есть не поломаешь ты ногу, но ты должен достоин этого быть. Ты можешь вправе изменить карму, но если ты готов к этому, приходите заниматься, я научу вас состоянию мира и добра. Я научу вас быть осознанным в сновидениях. Вот об этом-то никто не говорит нигде. Совершенно. Это опять авторское, подчеркиваю, авторское. То есть надо быть готовым и там для сновидений, уже другим духовно развитым, высокодуховным человеком, прежде чем грязными руками, не дай бог, хватать эти разные сновидения, да, их метаморфозы, их образы, и пытаться корыстно перестраивать под свое какое-то вот сладостное желание. Да. Не надо этого делать, вы только усугубите тогда. Конечно, есть и технологии для того, чтобы научиться осознанно быть во сне, они тоже есть, и этому я могу обучить. Но еще раз подчеркиваю, конечно же, идеально отдаться карме, да, и она идет. Так, как идет. А с другой стороны, человек, он же совершенствуется и имеет свободную волю. И если он действительно вышел на сновидение, реально у него был позыв, он захотел этого, и он вышел и научился, то почему бы и нет? Раз к нему такая информация пришла, не корыстно он узнавал о том, как бы, да, а именно вот пришло к нему все это. Книги вовремя, учителя, понимание, навыки, усердие там, и так далее, чистота духа, души, разума. Ну тогда, конечно, тогда все на своих местах.
В чем разница между осознанным сновидением и выходом в астрал? Понимаете, разница между осознанным сновидением и выходом в астрал, она огромна. Есть такое понятие, как астральное тело, а есть такое понятие, как тело сна. Тело сна – это совсем другое тело. Человек находится внутри своего физического тела, там, в душе своей, и не выходит никуда за пределы, мир не растворяет, все у него там, вот внутри он так и находится. И все, вы сами понимаете, происходит прямо там, возле этих вагонов, да, он рассматривает там образы там, и так далее. А астральное тело – это уже совсем другой выход. Опять же, зависит от того, какой выход, да, низший астрал – это одно дело, высший астрал – это другое дело. Если низший астрал, то человек просто отделяется от своего физического тела, да, и оно вот лежит, как говорится, а он пошел гулять сам по себе. Это совсем другое дело. Опять же, этому я не учу, потому что, научившись вот этой вот шалости, человек потом никогда не выйдет в высший астрал, или, по крайней мере, почти будет невозможно, или очень трудно это сделать. И, естественно, много-много проблем наработает негативных и отрицательных для себя, и проблем, причем как со здоровьем, так и с духовным, эмоциональным состоянием. Низший астрал – это страшная штука. Но это все равно, что ходить в подвалы, где бандиты точат ножи, да? Чему там научишься? Ну, только бандитизму или каким-то проблемам. То есть приобретешь, бандиты могут побить, зарезать, там, ограбить там, и так далее. Вот. Но это коротко, если образно выражаться. А вот высший астрал, конечно, человек уже что? Он вообще растворяет даже свое физическое тело, растворяет свой мир и выходит вообще на свою планету. Совершенно другой космос, не тот, который вот над нами, он нереальный вообще-то. А еще один выход есть за пределы этого космоса. То есть очень много таких непонятных для вас сейчас моментов, которые я сейчас не могу в этой передаче, естественно, объяснить, но кое-что, видите, я уже обрисовал. То есть, получается, тело сна – это человек внутри, остается у себя внутри, в физическом теле, и возле этих вагонов, да, которые загружаются, он находится там. А астральное тело – это совсем другое. Это как минимум выход за пределы физического тела, или даже больше того, за пределы этой жизни, за пределы вообще чуть ли не мироздания, понимаете? Все зависит от высоты выхода. Можно выйти даже до самого Господа Бога, долететь, как говорится. Ну, об этом чуть позже. Когда будете заниматься, я поучу и объясню. Можете для начала почитать мой учебник по выходу в астрал, или же посмотреть видеокурс «Выход в высший астрал». Там очень много интересного материала по этому поводу. Нет проблем. А на занятиях, пожалуйста, в тело сна, выходы, это все тоже могу вас поучить и... Говорится, вы эти технологии можете освоить. Психологи говорят о том, что во время сновидения разгружается память человека, освобождается бессознательное, происходят различные отреагирования. Человек видит сновидение, это может быть зачастую каша каких-то образов, что-то перемешано, один кусочек отсюда, другой кусочек отсюда. Но ведь бывают сновидения, когда человек что-то видит, и это через какое-то время сбывается, так называемые вещие сны. Вы могли бы рассказать, в чем разница обычного сновидения, когда у человека просто происходит некоторое отреагирование материала, от того, когда человек видит вещи и сны? Я сейчас больше склонен ответить на вопрос немножко другого порядка. Не на тот вопрос, что, вот, что такое там вещи и сны, а больше, наверное, о дежавю, так называемом, сказать. Вот когда человек живет в дневном сознании в какой-то день, и вдруг что-то происходит у него на глазах, а он думает, стоп, это уже когда-то было. Знакомый, да? Кто-то в жизни хоть раз, ну, с дежавю встречался в своей практике. Почему это происходит? А потому что когда-то во сне он все эти детали, полностью получая новые материалы для жизни в определенный отсек, да, своего вагона, он просматривал и уже видел, но он забыл, естественно, о них. И теперь они конкретно все вот случились. И вдруг он вспомнил, мол, это уже было. Конечно, было, потому что он все это уже видел. Он раскладывал эти материалы в отсеке определенные, когда-то сон смотрел, да, просматривал. И вот теперь вдруг вспомнил, а... Стоп, было, ну, конечно, было.
Ну, а еще раз хочу подчеркнуть, что получается, когда человек смотрит сновидение и до деталей опускается, то это и есть те самые будущие вещи сны, которые, кстати, могут и завтра произойти, могут через неделю, а может через 10 или 20 лет, когда человек уже полностью о них забудет даже. А бывает так, что даже человек помнит все детали этого сна, и они потом происходят. Бывает и так. Перед тем, как уснуть, человек что-то обдумывает и выражает к этому определенные чувства. То есть можно даже сказать, что переживает в чувствах какую-то мысль, переживает ее в образах, и эта мысль для него что-то значит. То есть это не просто проскользнувшая мысль. И бывает так, что в сновидении снится именно то, о чем человек думал перед тем, как уснул. Как бы вы могли объяснить такое явление? Ну, во-первых, такое явление я могу объяснить просто. Это одна из технологий для того, чтобы что-то в сон унести. Надо проэмоционировать, да, как-то. И я не буду сейчас детали объяснять. Проэмоционировать, и тогда можно это сделать. Потому что это все относится к технологиям осознанного засыпания. Да? Это отдельные совершенно вопросы и ответы. То есть это, понимаете, своеобразная техника. Это тоже техника. Ну, человек случайно попал на нее, да? Он вот эмоционально думает об этом, и, естественно, себя заряжает, медитирует и засыпает в своей медитации в этой, да? И в определенном эмоциональном состоянии засыпает. И поток, который идет, он его именно старается отслеживать, понимаете? Или менять поток под себя, под то, на что он себя зарядил перед сном. Поэтому... И происходят такие вещи, что он во сне может вот видеть какие-то конкретные детали, о которых он и думал до того, как уснуть. Понимаете? Опять же, это одна, еще раз подчеркиваю, из техник осознанного засыпания и осознанного управления своими сновидениями. Существует ли причина, по которой люди видят в сновидениях умерших родственников или друзей? Существует ли какая-то причина, почему люди видят сны умерших родственников или друзей? Ну, как это понять? Сны друзей или родственников умерших? Во-первых, откуда ты знаешь, что это именно его сон, да? Если родственник или друг, который уж покойный, да, когда-то рассказывал о таком сне, а потом человек его видит, то это понятно, он эмоциональный, этот человек, да, был сконцентрирован на этом рассказе, на рассказе об этом сне, и поэтому он его и увидел. Причина очень проста. А так, попробуй докажи, да? Кто может доказать, какой прибор показать, что вот именно это сон того-то умершего человека? Ну как? Ну это нереально, это фантазии какие-то. Да? Бывает так, что незадолго после смерти родственника или близкого друга человек видит его во сне. Как это происходит? Душа, астральное тело умершего человека попадает в сон спящего друга либо родственника. Как это происходит? Ведь человек видит сновидение, как вы говорите, в теле сна. Неужели душа умершего залазит в тело сна спящего человека? Люди, которые живы у вас сейчас и которые мертвые, уже умерли, они все равно являются вашими мыслями. Ну, для телезрителя говорю. Вы сейчас можете вспомнить любого своего живого человека, с которым вы вот, можете общаться, да, позвонить ему, приехать, встретиться, ну, и так далее. И вспомнить того, который умер уже, там, друг, родственник, там, и так далее, знакомый. Чем они отличаются друг от друга? Они ничем не отличаются, и те, и другие мысли ваши. Всего лишь навсего ваши мысли. Просто к одним мыслям вы можете поехать, руку пожать, позвонить там и так далее, а к другим нет, понимаете? Это и вся разница. А все равно эти вот, которые умершие, они продолжают жить в вашем сознании, в вашей карме. Они участвуют в приеме вот этих вот ваших кармических потоков. Потому что как они к вам относились, от этого у вас, допустим, если прадедушка к вам относился, который умер, да, относился так, что он не верил в вас и не хотел видеть вас там великим ученым там, и так далее, а вы вдруг до сих пор еще живете и помните его, вот ваше к вам отношение, и оно доминирует, управляет вашей жизнью и сегодня, даже когда он умер, этот прадедушка, то вы что, вы живете и спите, и во сне то же самое, этот дедушка существует, он продолжает управлять вашей жизнью. Может влазить душа, может не влазить, может доминировать, может не доминировать. Но в любом случае это мысли ваши,
И вы вправе правильно расставить все по своим местам. Одни мысли убрать и забыть, другие лишить авторитета или, наоборот, добавить авторитета, что там радуется ваш покойный дедушка, что вы теперь великий ученый, вот он радуется, и он вас верит там, и так далее. Да? И это стимулирует продвижение по службе, стимулирует развитие, и хочется жить, и долголетие, там, и здоровье, и так далее. То есть здесь очень много-много разных вот таких моментов, которые нужно обращать внимание. На занятиях, конечно же, я все это подробно объясняю. Но здесь вот самое главное вы должны понять, да, и уловить, что, да, может влазить душа, так называемая, то есть мысль, она же мысль, да, может влазить тело сна и может даже управлять процессом потока вот этого, раскладки по вагонам, да, кармического потока энергии. Все зависит от того, как вы относитесь к этой мысли, к тому покойному человеку. Вот от чего все зависит. Насколько для вас он авторитетен, и его слова авторитетны до сих пор. Вот здесь нужно работать с авторитетами, нежели там с тем, чтобы узнавать, влазит конкретно или не влазит. Конечно, они все живые для вас. Они же все в вашей голове. Они продолжают жить по вашей жизни. Вот так. Вы могли бы научить, как трактовать сновидения? Обычно я говорю так. Хочешь жить своей жизнью – живи. Бери и живи. Хочешь жить жизнью другого человека – иди к гадалке. Понимаете? То есть она тебе нагадает, как она видит твою жизнь, а не как тебе положено. Так то же самое вот эти все сонники. В разных сонниках вы, наверное, сами уже хохотали даже не раз и улыбались. Написано все по-разному. В одном соннике там переход через реку – это к тому-то, а в другом переход через реку – это к смерти чуть ли. Да? То есть вообще это шок, конечно же. Почему я вам скажу? Потому что вообще-то самый идеальный сонник – это тот, который вы сами создадите, свой личный сон. Посмотрели и посмотрели, к чему, что произошло и когда. И вот если вы свой сонник напишете, на него, может, уйдет у вас там 5-10 лет, да, может, 20, ну тогда вы будете дальше жить уже, зная, куда вам, для чего и так далее все снится. Ну, вопрос опять по существу, уже лично от меня. А нафига козе баян? А нужно ли вам это? Сны разгадывать проще по ощущениям. Не надо никаких сонников. Если вам что-то приснилось, допустим, печальное, то это обязательно будет ровно настолько, насколько глубина была печали, на высоту радости. Материализована в радость. Если приснилась радость и восторг, то значит, естественно, будет ровно настолько печали, проблемы какие-то. Понимаете? Почему? Потому что существует такой незыблемый закон, как выступ впадина в нашем учении, да, в логике предметно-беспредметных островов. И если восторг, значит, обязательно будет печаль. И если печаль, будет обязательно восторг. То есть это абсолютно правильные закономерности жизни. Да? Вот на это надо обращать внимание. Опять же, там не всегда все это совпадает именно так. Именно так. Почему? Потому что некоторые люди путают, допустим, печаль с радостью или радость с печалью. То есть разные оттенки, разные моменты там могут быть, разные акценты. Здесь очень много таких нюансов. Но я вам скажу, что все-таки нежелательно разгадывать сны. И жить нужно уверенно, так, как тебе нужно строить жизнь свою. Понимаете? Строить нужно. Потому что независимо от того, какой пришел к вам материал, если вы осознанный человек, вы из этих вагонов начнете на следующий день что-то разгружать, и вы на ходу разгрузите все по-другому совершенно. И нога ваша, которая была запланирована, чтобы сломалась, она не сломается. Может, максимум вывих будет, и все. То есть все вы можете менять, совершенно все. Поэтому либо во сне научиться, да, бодрствовать и управлять сновидениями при наработке состояния мира добра и на следующий день все поменять. Либо прямо вот уже волей своей уметь манипулировать энергиями, которые вот в вагоны были ночью загружены у вас, пока вы спали, и манипулировать так, чтобы происходило все по вашему волевому импульсу, а не так, как кармически было запланировано. То есть переотнестись к этому, ко всему, и все будет по-другому. Даже сон, если вам приснился какой-то паршивый, извиняюсь, да, то вы можете просто переотнестись к нему.
То есть проанализировать его, понять правильно, не надо его бояться, не надо от него отказываться, надо просто его проанализировать, понять правильно и выразить верные отношения. И если вы их сделаете правильно, то сон аннулируется или же перепостроится. Насколько реальность человека реальна? Какова вероятность того, что это кто-то спит и видит сновидение? То есть, возможно ли так, что жизнь человека – это чьё-то сновидение? Ведь когда человек спит, то он воспринимает сновидение как реальность. Очень навороченный вопрос у Рация получился, что мы, оказывается, являемся частью сновидения какого-то другого человека, или там чуть ли не Бога, или сущности какой-то. Вы знаете, это все, конечно, фантастика, из мира фантастики, хотя, ну как вы понимаете, не исключено подобное на определенных планетах, в определенных частях мироздания. Все это возможно, конечно, имеет место быть. Но все-таки это не массовое производство, и это не везде. Поэтому все-таки частью другого человека какого-то, частью сновидения мы не можем быть. Да? Не то, что не можем, мы не являемся. Вот так. В большинстве случаев мы не являемся. Вот так можно ответить. Все-таки мы живем своей жизнью. Но другое дело, что можно, поразмыслив, сказать себе, а может быть мы как бы типа вот как в аватарах каких-то, да, здесь находимся и проявляем свою жизнь, видим ее, а на самом деле мы там засыпаем для того, чтобы здесь именно вот так вот жить. Я вам скажу, да, вы знаете, так и есть, да, мы именно в аватарах. Но вот я вам как скажу, дело в том, что это касается вообще-то божественных проявлений, допустим, там Будда, Иисус, Магомед и так далее, да, вот они приходили сюда для того, чтобы прийти, они засыпали там наверху, ну, за пределами этого проявленного мира, они засыпали, медитировали и здесь размедитировались, то есть являлись в этих аватарах своих, так называемых. Вот для них это да, это мир аватаров, естественно, да. Вот они находились в аватарах, и Иисус, и Будда, и Магомед и так далее, великие, все великие учителя мира сего, и достаточно немало и известных людей, просто известных людей, в своеобразных аватарах были. Но не все поголовно. То есть, опять же, не надо путать, что абсолютно все теперь в аватарах. Вот давайте теперь фантазировать, что, оказывается, мы где-то там спим, а здесь мы в аватаре находимся. Хотя, с другой стороны, я вам скажу, можно иносказательно и так подумать. Потому что на самом деле, вот мы, нам кажется, что мы идем, да? Что мы перемещаемся. Там прыгаем, на автомобиле мчимся, там на ракете. На самом деле мы все время стоим на месте, всегда стоим на месте. И все это вокруг нас мы видим просто, понимаете? Каждый человек просто это видит. Вот в этом смысле можно сказать, что типа аватара есть такое состояние, да? На самом деле все-таки, конечно же, каждый живет в мире своего сознания, предметно-беспредметного, развернутого, и манипулирует им, но никак не во сне какого-то другого человека или там сущности, понимаете? Все-таки нет, нельзя так думать, Но это неправильно, потому что если так, тогда получается, мы с вами вообще ничто не значим, мы совершенная пустота, и все, что есть в мире, абсурдно тогда. То есть не будет тогда развиваться. Это кто-то, я видел даже такие мультики, какие-то фильмы, кто-то пытается, да, вот эти уровни показывать для того, чтобы людей заблудить, вот. Все эти вот присказки делаются для того, чтобы людей заблудить. На самом деле все очень просто, еще раз подчеркиваю, что мы находимся в состоянии батискафа, да? Мы никуда не перемещаемся, все время на месте находимся, и все, что мы делаем, видим, там себя даже тело физическое, на самом деле это вот типа аватара, да? Но это не значит, что нами кто-то думает. Конечно же, если вы неосознанный человек, и ровно настолько, насколько вы неосознанный, вы будете жить по замыслу других людей. Да, это да. То есть через вас будут идти потоки эгрегоров, и они будут управлять всеми движениями вашего тела физического, души, разума, эмоциями, ну и так далее, и тому подобное. То есть, да, в этом смысле вы можете быть в подчинении, но еще раз подчеркиваю, это не сон, это реальность, кто-то, да, через какие-то эгрегоры вами манипулирует. Это как авторитет дедушки, помните, который там в теле сна вашего, а он умер когда-то, да, а он там управляет потоком, потому что он для вас авторитет до сих пор. Вот. То есть от осознанности зависит еще.
Однажды на занятии вы сказали, чтобы человеку выспаться, ему необходимо вначале проснуться. Вы не могли бы пояснить эту мысль? Я могу пояснить эту мысль, Рати, конечно, могу. А что значит проснуться? Конечно, это была метафора. То есть человек, пока он не осознан и живет в этом так называемом бодхисаттве, в аватаре, да, он практически еще и не проснулся. То есть для того, чтобы действительно, говорится, выспаться раз и навсегда и больше не спать, ему необходимо вот это все понять, то есть стать осознанным человеком, понимаете? И выйти за эти пределы. И выйти за эти пределы. То есть человек должен вначале проснуться и понять, что это все ему видится, это кармические отработки, и они вот здесь на экране его жизнь. На самом деле он нигде ни в чем не участвует. Да? Все это у него внутри, говорится, происходит внутри его сознания. И вот когда он проснется, он действительно по-настоящему окончательно и навсегда выспится. Он больше спать уже не будет. Потому что ему не нужны будут кармические потоки, он будет осознанным человеком. И уже не будут картинки перед ним мелькать. Он будет уже жить в мире изменяемом. Сейчас на Земле именно это и строится. Вот это вот новая эра всемирного сознания, когда человек проснется, человечество проснется не вот через батискаф и в аватаре жить, а именно в пространстве своего сознания пребывать по-настоящему и менять, метаморфозить тело физическое, окружающую среду там, и так далее и тому подобное. То есть все, конечно, идет к этому. Еще раз подчеркиваю, да, что получается, когда я сказал, что человеку нужно проснуться, чтобы выспаться, я прежде всего сказал, об осознанности. То есть осознанность здесь самое главное.